Вот уж дело идет к 10. Мы 4 часа отпотели на деле. Начинали с молитвы, все посвятим. До спасения души, не забыв и о теле. Предрассветная мгла разобрать помогла, разглядеть, где кусты, где коряги. Лес ожил, темноту рассовал по углам, и рассвет выдал свет, словно скряга. Отвоевывать место под пашню, под плуг, нелегко даже с техникой ныне. Если сам до всего не рабов и не слуг, а о средствах ни слова в помине. 10 лет позади. И уж виден здесь храм, школьный труд, пусть не той глубины. Петухи и мычания коров по утрам, и гусей облака по деревне видны. Шли апостолы, можно сказать, в темноте. Первопуток тропили на смертные крики. Кровь пришлось отдавать, а не только потеть. Нам на память остались Петровы вериги. Каждый день, каждый час целину нам распахивать здесь, в сорняках продираясь. Бог и брение даст, и в достатке слюну, слепоты ни конца и ни края. Столько тьмы и невежества, страшно сказать, и особенно много в монашестве черном. Самых лучших сумели обетом связать, чтоб никто не разбрасывал зерна. Вся страна целена, а работников нет. Их обманом вытравливал сон монастырский. Долго-долго еще не настанет рассвет. Всюду мыши церковные, совы и крысы. В черном дыме кадил, в наркотическом сне догорают надежды на лучшую жизнь. За монашество нужно рыдать и краснеть. Кто услышит, с молитвой на пашне трудись. 12 августа 2005 года.